Благодаря муфтиату республики издана новая книга. Она называется «Основы религии» и принадлежит перу крупнейшего дагестанского ученого Абдурахман Хаджи Аляхты. Богослов жил на рубеже 19 и 20 веков в Южном Дагестане. Его рукопись переведена с арабского языка на русский. В ней простыми словами говорится о том, что такое вера в Бога, даются советы, как вести себя в обществе и остерегаться больших и малых грехов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Чтобы человек мог защитить себя, своих окружающих детей, семью от искаженной информации о нашей мусульманской религии, необходимо иметь правильное представление о религии. И, соответственно, данные труды дают нам как раз самые необходимые знания о постулатах, об основных моментах вероучения мусульманской религии, как правильно веровать во Всевышнего Аллаха, в пророков, в ангелов, в судный день, предопределение судьбы и так далее. Правильная вера мусульманина является одним из важнейших факторов спасения человека на этом и на том свете, иншаллах. Стоит отметить, что отдел науки и образования при муфтиате Дагестана за 5 лет работы издал более 50 трудов на русском, арабском и национальных языках. К изданию готовится еще 5 книг.